Очистные сооружения «Верхний посад» в Звенигороде. Этот объект принимает сточные воды со всего города и за время своей эксплуатации значительно износился. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с местными жителями по вопросу работы системы водоочистки. Дополнительно мы будем на вводе добавлять реагент, ну, с биологической составляющей, либо иной какой-то, для того, чтобы уже запах на сбрасываемых тыловых полях не был, не распространялся. То есть, ну, не сейчас купировать тот запах, который образовался, а сразу вводить реагент, чтобы он там не образовывался. На объекте уже накрыли тентами приемную камеру, распределительные лотки и песколовки. Представители Звенигородского водоканала отметили, после обработки реагентами всех четырех площадок на очистных сооружениях минимизируется проявление неприятного запаха. Через 2 года здесь будут полноценно реконструированы новые очистные сооружения с современной технологией, что позволит в целом поменять, значит, технологию по использованию этих иловых карт, которые тоже создают экологическую проблему. Очистные сооружения «Верхний посад» в Звенигороде ждет масштабная реконструкция, сообщил Андрей Иванов. В скором времени объект включат в федеральный проект оздоровления Волги. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».